Так, запись включил. День добрый. Хочу получить от вас короткий отзыв о курсе базовый. Вот мы только сейчас закончили. Пару слов можно немножко рассказать. Что понравилось, что нового для себя открыли. Пожалуйста. Ну, новое, наверное, очень много нового, практически все, что здесь есть, это новое, хотя было какое-то предварительное изучение вот этих маржинальных зон на основе роликов из YouTube и каких-то форумов, но нового все равно очень много, информации очень много, требуется немало времени, чтобы это все переваривать, записи, я думаю, буду пересматривать еще не раз. Мы в процессе курса, поэтому я это все еще перевариваю. Но очень полезно, очень много для себя узнаю. Есть что хотелось бы отметить там, да? Отметить хотелось бы такой более, скажем так, индивидуальный подход, потому что есть такая очень прямая связь с вами, с преподавателем, ответы на конкретные вопросы, именно те, которые вызывают, может быть, какие-то недопонимания по маржинальным зонам. Все эти ответы я получаю, и может даже сверх них, да? Может, ответы на какие-то незаданные вопросы, которые еще в голову не пришли. Вот про потенциал движения там годовых, квартальных свечей, диапазонов, про балансы. Эта информация была ли вам знакома, или это было новое для вас? Это все новое. Это я впервые узнал здесь. И по немножко, если есть желание. Вот, допустим, у нас группа. Как вам группа отдельная, которая по сопровождению? То есть там все в одном котле, так сказать, находятся и растут, развиваются. Как вам такое? Очень хорошо, что есть эта группа. Она живая. Это тоже радует. Хорошо, что там нет какой-то, может быть, спамного кого-то, но небольшая относительно. И она полезная, да, каждый делится своим мнением, каждый задает вопрос какой-то и на него получает ответ всегда, не обязательно от преподавателя, а от тех учеников, которые более хорошо знакомы с этой темой. Надеюсь, группа будет только расти с каждым днем. Большое спасибо за отзыв, за мнение ваше. Спасибо. Не прощаемся, всегда на связи. Хорошего дня. Так.